Давят, давят костариканцы. 10 минут команды сыграли во втором тайме. И усиливается шумовая поддержка. Подача. Головой удар. 1-1. 1-1. Футболку аккуратно. Не порвать бы здесь от радости. Это тот самый Уостон, которому сегодня дал место в стартовом составе Рамирес. Кендал Уостон. 1-1. Первый гол Коста-Рики на турнире. Коста-Рика забивает в чемпионате мира в России. Нет, ну действительно, нехорошо было бы уезжать без подарков, без забитых голов. И Петкович очень недоволен. Костариканцы использовали свой стандарт. Уостон, представитель клуба Vancouver Whitecaps, не попал на чемпионат мира прошлый. Но зато в отборе к этому турниру забил важнейший гол Гондурас. 136 сантиметров его рост, как я уже говорил. Капитан Ванкувера. И вот его удар головой. Не берущийся даже для Яна Зомби. В 2016 году в Канаде Уостона трижды удаляли с поля. Сегодня он, кстати, был близок к желтой карточке, когда двинул Шакири. Да? Но он грубо играет сегодня. Он да, но... играет. Вот в прошлом году ни одной красной карточки. И Уостон сказал, что я, мол, повзрослел. А это нам повторяют гол сборной Коста-Рики и прыжок Уотсона. А Закарий вот рассказывал историю про костариканского тренера.